Армейческий бизнесмен попался на удочку мошенников и перечислил им 6 миллионов рублей. В полицию обратился 40-летний мужчина и рассказал, что на электронную почту ему пришло весьма заманчивое предложение о реализации по выгодным ценам из-за пропилового спирта. Предложение предпринимателя его очень заинтересовало. Мужчина списался с отправителем, уточнил вопросы по качеству и стоимости продукта, а затем позвонил по указанному номеру. Снявший трубку мужчина представился ведущим экономистом отдела сбыта завода изготовителя и подробно объяснил все нюансы будущей сделки. Предприниматель решил заказать 48 тонн продукта. Получив на электронную почту договор, поставил печать и отправил обратно. На следующий день бизнесмен получил пакет документов к договору поставки, ознакомился и перечислил на указанный счет чуть больше 6 миллионов рублей. А спустя 3 дня зашел на официальный сайт поставщика и обратил внимание на информацию, где указаны мошеннические информационные ресурсы. В списке было и название предприятия, с которым бизнесмен заключил договор. После безуспешных попыток связаться с партнерами, мужчина обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.